Вот наш сегодняшний улов. И будет он переезжать в другой водоем. Живьем. Живьем. И будем мы размножать линя у себя. Вот как-то вот так. Друзья, всем привет! Сегодняшняя наша рыбалка начинается нетрадиционно. Нетрадиционно, да. Со стола, со шашлыка. Рыбачить мы будем завтра. Друзья приехали, сегодня переночуют. А сейчас мы посидим немножко, отдохнем. А завтренька с утречка на рыбалочку. Все правильно. Так что с полем нас. Вот и наступило утро. Мы на воде тремя экипажами. Там спереди самые ярые, они грести умеют. А мы уж как-нибудь потихонечку. Рыба плещется. Наверное, хищник. Ну, народ хочет ловить линя. Сейчас поставлю их, а потом будем окуня искать. И посмотрим, что у нас получится. Хороший. Хороший Серега разловился. В толще воды? Да. В толще или? С полводы почти. С полводы, да? Ну. Я уже начал, думаю, буду поднимать. Начал вести она хлобышки. Похоже, и я разловился полосатым. От ноля ушел. Ну, такой дергает еще что-то. Давайте посмем уйти от нуля. О, неплохой, неплохой. Нормальненький. И ушел. И ушел. И поймал. Ушел. Нифига себе, это уже ж на рыбу похоже, а вон, на кукурузу, а вон и лень снизу ходит, это же уже на рыбу, ты, ай, уже не похоже. Уже не похоже. Единственный, кто у нас ловит, это Серега. Я все сливаю, все отпускаю. Была хорошая плотва, но Серега крупняк пошел, крупняк. Да. Ну, я тебя поздравляю с этим. Спасибо. Ну, вот только сказал, что... Лень. Какой лень? Плотва. Чем хорошая. Ну-ка, покажи, Сань. Саня, покажи. О, какая красавица. Ну, вот дело пошло. Ах ты, ту зацепил. Первый есть. Есть? Есть. Держи, красавчика. На маду, вот. На кукурузу. Вот он. Первый наш красавчик. Вот он наш первый красавчик. Такой, ну, не небольшой, но все-таки линь. Да? Смотрите. Да. Вот какой он. А. Зелененький. Тормоза. Тормоза нормально. Ну тогда давай. Так. Он самый красавчик. Вот и я помял его. Все, можно домой ехать. Как ты здесь накрутилась?
Кукуруза, да, Володя? Кукуруза, да. Да. Без мадана? Без. Ну, это уже похоже на рыбу. Наши компаньоны, что у вас там? Что у вас там? Линь. Линь хороший. Фрикцион настройте. Вот это ес. Ну вот. Вот это ес. Вот это да. Похоже на рыбу. Сейчас все перепутай. Не перепутывай, давай. Ну бери. Блин, цепляется за самые, за скобы. Сюда опусти. Опускаю. Да. Вот еще один красавчик. Такой бронзовый. Бронзовый красавчик. Где у нас он тут зацепился? О. Все, по классике жанра. Малек. Вещички дай. Опять цепил. Ну, небольшой. Но приятный. Конечно. Сейчас мы опять зарядим кукурузку. А парика подсадим, чтобы кукурузка держалась. Так, дружище Серега, как бы тебя выгнать-то? Ветер опять мешает. Не видно, куда кидать. А, красавчик, опять один красавчик, бронзовый, хороший красавчик. Бронзовый. Есть такой красавчик. Есть такой красавчик бронзовый. Все по-честному. Хорошенький. Все по-честному. За губу. Ха-ха-ха-ха. Это хороший. Да, такой хороший. Чик. И взяли. Только не бросай, там запуталась. Я не бросаю. Ничего не бросаю. Потому что я не ленюсь. Это как? Ну, надо чаще перекидывать, смотреть, он может в траву лечь. Вова, если я не вижу, то О, вот это красавчик уже. Вот это уже красавчик. Во. Вот это уже красивый такой ленёк. Очень красивый. Наша... Я на рыбалке. А я не умею. Вот и хорошенький. А тебе придется бить. Как раз рыбу вытаскиваю.
Как раз вот этот хороший. Вот этот, наверное, самый хороший. Че? О, он отцепился. Даже отцепился. Ну. Вот еще один красавчик. Вот, Витя, еще один красавчик. А Серега у нас плотвой развлекается. Надо хоть чем-то развлекаться. Хоть плотвой, да? Но. Ну, хорошая плотва. Ну-ка. Серега, ты ее не выкидывай только. Тяни. Выматывай шнур. Какой шнур? Да, а? Вот это плотва. Вот это плотва. Это плотва. Ну здоровая. Успокаивай. Все. Успокоилась. Возьми ее под сап. Хорошая. Какая красавица. Что-то Серега у нас крепко переквалифицировался на плотву. А, Серега? Ну, ребята таранку просят. Таранку просят? Да. А ты им помогаешь, да? Ну. Молодец. Наконец-то. Не наконец, а на крючок. А, на крючок, да. Да вытаскивай уже, это ж плотва. У тебя там такой шнур. О, хорошая плотничка. О. Сушеная вовка будет через 2 недели точно. Ну, молодец. Приезжай. Сейчас и твою соберет. Хороший. Хороший. И тут клюет, блин. И там сидит. О, тень какая. Это карп. Карп, что ли? Да. Линь? Такой желтый. О, я что-то поймал. Он за... Блин, на той удочке сидит. А что делать? Ему не перестаете делать, как он мучает его. Ну давай, давай, давай. И хороший, ты смотри. Вон пошел, блин. Да, пока его тут выкрутишь на ультралайт. А теперь опять вниз пошел. Блин. Он где-то еще перекрутился за плавник. Это он твою еще зацепил?
Сейчас вот подниму его, Серега, чтоб ты его вытащил. Я же уже устал его таскать тут. Он выдохнется, сегодня нет. Давай, поднимай, 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 он заскочил. Так, вот такой еще один попался. И пора, наверное, уже рыбалку завязывать, да? Как вы думаете? Хорошо. Ну, пока еще не будем говорить, что он у нас уже пойманный. Ну, стараемся. Тяни, 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 тяни. Я одну только вытащил удочку, не успел вторую. Смотри, какой торт, а. Давай, 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 поднимайся, поднимайся, поднимайся. Куда ты привёзся, блин? Я тебе дам подлодку, блин. Поднимай, поднимай, поднимай потихоньку. Уже маленький. Воздуха ему хлебнуть надо. Легко сказать. Воздуха. Вот так, блин. Оторвался. Вместе с мормышкой. Все, друзья, закончилась наша рыбалка. Лень поднялся. Делать уже больше нечего. Немножко мы душу сегодня отвели. Как вам рыбалка? Очень хорошо. Да? Ну, слава богу. Я получу удовольствие. Вон там еще двое плывут. Тоже, наверное, удовольствие получили. Еле гребут. Жарко стало уже. Уже под 30 давит. Хватит. Надо потихоньку смываться, так что всем ни хвоста, ни чешуи. Спасибо, что были со мной. И до новых встреч на воде.